Фредди, ты чё так разогнался? Эй, вау! Чёрт, Purple Guy, готовься! Сейчас нам придётся отбиваться! Вау! Эй, всем море приветов, друзья и гости моего канала Нептун здесь, и сегодня будет... Нет, не Friday Night Funkin', а Five Night Funkin'. Многие просили меня поснимать какие-то моды к FNF. Я долго думал и пришел к выводу, что, блин, мод, посвященный ФНАФу, это будет идеальный вариант. На моем канале очень много ФНАФа, да и Friday Night Funkin' неплохо так зашел, а почему бы не совместить эти две движухи? Итак, перед вами, друзья, мод Five Night Funkin'. Погнали. Значит, мы здесь будем играть, представляете, вот уже здесь, посмотрите, есть голова недовольного Фредди. Он смотрит и говорит: ну чё, щенок, думаешь, сможешь меня победить? Ладно, по режиму истории, погнали. Так, мы будем играть за Purple Guy, представляете, за фиолетового парня. Здесь изменился шрифт, он стал таким пиксельным. Песни вроде бы те же, но они звучат по-другому. И здесь, смотрите, сложность какая. Первый час ночи, ну, самый изи, да, зеленый. 3 часа ночи, уже желтенькая цифра 3, то есть это средняя сложность. Ну и 5, это хардкор, да? Туториал. Ночь первая, туториал. Давайте туториал пройдем на харде. Подыщ! Я просто хочу проверить. Кто у нас там будет? Фредди, по-моему, да? Нет, туториал там никого не будет. Туториал вообще никак не переведен, точно, в этом моде. Только вот снизу шкала переведена. Это же она меня будет учить, точно. Блин, чувиха, я прошел на харде папочку. Я прошел на нормале всю игру. А ты учишь меня как маленького ребенка? Все, как отмена. Рестарт. Нет, exit to menu. Погнали. Так, значит, будем начинать с первой ночи. Так, ночь первая. Давайте на нормале, да? Так, против кого мы там будем? Во! Против Фредди! Пам-пам-пам-пам-пам. А я играю за Purple Guy. Черт, блин, необычно. Я так привык к этому пацану, к бойфренду, что... Это, блин, так непросто, как кажется, на первый взгляд. Так, Фредди меня колбасит. Пти-пти-пти. Он бьет меня своими ударами. А, кстати, Фредди идет микрофон, да? Ну, кому же еще, как не Фредди, будет с микрофоном? Еее! А заметили, видели, какая мрачная музыка, да, играет? Ну это потому что ФНАФ! ФНАФ-то, по сути, это ужастик. Это хоррорная игра, поэтому и музыка здесь такая немножко страшная. Но мы сейчас его порвем, не переживайте. Ай, запортачился! Ну ничего, мы его делаем. Так, первая песня кончена. Так, вторая пошла. Но это пока нормал, я потом еще, возможно, буду на харде проходить. 6 АМ, давай! Эта песня, кстати, потише звучит. Так, давай, Purple Guy. Purple Guy, вперед. Ай! Запортачился в этом месте. Ну, пока уже нормально идем. Так, Фредди недоволен. Он проигрывает. Ну чё, Фреддик, сдавайся. Бросай микрофон на пол. Purple Guy тебя сделает. У меня к тому же нож есть, а у тебя нет ножа. Ха-ха. У меня нож, у тебя нет ножа. Ха-ха-ха. Фредди явно... Ай, недоволен. Ладно, я просто им подаюсь. Реально, так и было задумано. Я промазал две стрелки, так и было задумано, чтобы немножко поддаться Фреддику. Ведь он не может больше ничего сделать. Он проигрывает. Он зол. Он хочет меня убить. Но нет, я не сдамся. Я хочу, чтобы эта девочка была моей. Я же ради нее правильно боюсь, убьюсь? Ради ее сердечка. Но в случае с нашим Purple Guy, по-моему, он буквально хочет ее сердечко вырезать ножом. Так, ого. Третья, да? Хрена себе! Фредди, ты чё так разогнался? Эй, вау! Чёрт, Purple Guy, готовься! Сейчас нам придется отбиваться. Вау! Блин! Как это как?
Ладно, пока нормально, но мы за счет этих длинных нот как бы выезжаем. За счет длинных нот. А дальше, в принципе, нормально пойдет. Наверное, наверное, надеюсь. Так, тихо. Ай, чё так быстро-то? Камон, я расслабился, бы сейчас он будет играть. Слушайте, я его всухую делаю. Да! Я порвал его, да? Смотрите, вся зеленая полоска. Е, победа! Победа! Фу, это было потно, реально. Слушайте, а смогу ли я его сделать на харде? Ну-ка, подожди. Чисто ради интереса. Фреддика на харде сделать. Что? Ну да, тут нужно быстро щелкать. Ну, первые песни самые простенькие. О, боже, 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 мне страшно. Но я хочу его на харде пройти. Там же не обязательно, чтобы полоска была до конца, правильно? Тут главное, чтобы полоска была просто хотя бы зеленая. Тогда я прохожу. Считается, что я прошел. Но пока что неплохо, я его рву. На харде, напоминаю, друзья, это хард. Вы видите, две мелодии, они прям рядом друг с другом идут. Тяжеловато местами, но я все равно порву. Я знаю, что вы любите слушать звук моей клавиатуры. Но это показывает то, что я реально все в живом формате записываю, друзья. Это реально живой эфир. Я записываю, как я играю. Это не какой-то монтаж, как многие делают. Я делаю все по-настоящему, по-живому. Как нож режет по-живому. Как нож Purple Guy режет по-живому. Так, так. Все, нормально. Ни разу не профукал, ни разу не проиграл. Ну, блин, потно, потно, да. Я хочу на харде всего пройти. Сначала буду нормально пробовать, нормал, потом хард. Нормал, потом хард. Ай, ай, ай. Так и было задумано. Так было задумано, серьезно говорю. Вот прям вот серьезно, так и было задумано. Кстати, под Фреддиком попробуем поиграть против там, кто там следующий будет, я не знаю. Но на вторую ночь мы сегодня тоже должны поиграть. Ой, ночь как. Я привык во ФНАФ ночи недели, вы поняли, да? На вторую неделю. Так. 20 тысяч я заработал, пока. Это третья песня, да? О, третья пошла. О, вот помню, на третьей немножко... О, что, что, что? Не, погоди. Не надо. Вот это жесть сейчас будет. О, боже. Боже. Я мажу конкретно, но вроде пока планку держу. Моя задача хотя бы уверенно победить. А уверенно победить можно только, если у тебя половина или больше. Черт, черт, черт. Фух, я немножко реабилитировался, к половинке подошел. Есть, да? Да? Есть, мне засчитали, я прошел. Я прошел на харде, да. Так. Ну, здесь написано, что типа два челика эти, но, скорее всего, здесь не они будут. Здесь будет кто-то другой. О, Фоксиан! Фоксианыч! Хрена себе, против Фоксиана, представляете? Жесть! Пока что... Ай, один раз, только один раз промазал, это фигня. Фига себе, Фоксиан лобает, ему реально нужна рок-гитара. Так, слушайте, песня хардкорная. И это причем, блин, вроде как начало. Но я уже чувствую, что я буду жестко гребать.
Вы чё, прикалываетесь? Боже, я еле успеваю. Ну ладно, нормально, нормально. Первая песня, в принципе, ну я думаю, что на харде мы здесь не справимся. Нормально, нормально еще ничего так. Фига она испугалась, девчонка. Нормально, сейчас затащим. Так, тихо. Давай, 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 давай. А где звуки? Чувак. Так, пока нормально. А, кстати, где? Почему я не Purple Guy? Почему я не Purple Guy? Я был вначале Purple Guy, теперь я не Purple Guy. Странно. Ну, моды, короче, иногда дают сбой, но сами понимаете. Чем Фоксян порвем все равно. Еее. Слушайте, песня, по-моему... Песня, по-моему, как раз-таки тех двух чуваков, да? Я типа прошел, да? Типа прошел. Вроде как. Я там... Так, это был... Так, тут был Фредди, тут был Фоксян. А кто вот здесь? Там, где Пико? Ну-ка, подожди, давайте посмотрим. А, там Пико. Ну да, на этом, видимо, мод заканчивается. Так, давайте в менюшку выйдем. Так, на харде я прошел. А, ночь первую, ночь вторую. На харде попробовать пройти. Ну, видимо, мод обрывается вот в моменте, когда идет вторая ночь и второй уровень, да? Вторая песня. Поначалу это нормально. У меня и Purple Guy здесь, и Фоксян, а дальше все. Так, ну пока держусь. Но это уже хард, друзья. Это уже не так и просто. Ладно, пока больше половины нормально держимся. Ха-ха. Еее. Да блин! Я там... У меня на донышке осталось жизни. На донышке! Ну ладно, я немножко реабилитировал. Я улыбаюсь. То есть еще не все потеряно, я на харде прохожу. Так, прошел, да? Прошел на харде эту песню, да. Вторая песня пошла. Я, кстати, смотрите, я нормальный. Может, у меня что-то не так заработало, потому что раньше вроде как чел был. У меня, видимо, какой-то сбой произошел. Потому что у меня вторая ночь была за того чела, да? Или нет? Или да, или нет? Короче, не знаю, давайте просто играть. Да блин! Пипец, как неудобно. Ужас какая! Там по два, по три, по... Блин, по две стрелочки одновременно! Вы чё, прикалываете? Это что? Это как? Это как? Там было по две стрелки грёбаных! Фух! О, always come back! Слышали, да? Это... Spring Trap так обычно говорит. Мистер Эфтон. Вот эти стрелочки, это, типа, мне фору, наверное, дают, ну... На них, видите, я сделал почти всю сделанную полоску, а дальше какая-то жесть пойдет. Да уж. Ладно, пока нормально. О, боже, 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 мне страшно. Так, ладно, пока, пока вроде... Ну, я, конечно, промазал, но еще не так критично, по крайней мере, пока.
Так, ладно, пока половина держимся. О, сейчас по две стрелочки пойдут, и все, и хана. Фух, реабилитировался на длинной стрелочке. Ой, я прошел эту песню. Да! Да, друзья, я на харде прошел. Я прошел на харде. Все, мне засчитали. Все, 5 АМ. На второй ночи. А на третьей ночи ведь... Ну-ка, еще раз проверю. Там, наверное, уже мод обрывается и стандартный пика, да? 3, 2, 1. Да. Ну, только вот снизу. Иконка фиолетового парня появилась. Все. Можно в меню выйти. Ну, в общем-то, вот такой вот мод. Мне понравилось. Очень прикольно. Я бы хотел, конечно, развития. Я хотел поиграть против, например, Чики или Голден Фредди. Или против Бонни, например. Или даже против марионетки на где-нибудь на 4-й, на 5-й или даже на 6-й неделе. Было бы здорово. Но пока есть вот то, что есть. Большое всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. И в колокольчике всегда ставьте все уведомления. Проверьте, чтобы он у вас стоял. Потому что если вы подписываетесь на канал, то по умолчанию колокольчик ставится лишь на предпочтение. А предпочтение проходит очень плохо. На канале вообще проблема с уведомлениями, поэтому обязательно проверьте, чтобы колокольчик стоял на все уведомления. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.